Очередной раз приехали на реку Аку. Будем пытаться ловить хищника. Приехал я сюда в 2 часа дня. Начал ловить сразу малька. Малек в этот раз прям буквально занял у меня его поимка минут где-то 30. Быстро. То есть очень быстро, очень многое. Но в основном, правда, окунь. Окунь у нас рабочий по щуке и по налиму. Я бы не сказал, чтобы сильно очень. Судак тоже его недолюбливает. Слишком уж он больно колючий. Вот. По латвичке в этот раз мало. Что там у нас, по-моему, пытается клевать. По латвичке мало. Поставил... А, карасика одного даже маленького поймал. Поставил я в основном пискаря. 4 донки на пискаря, 2 донки на... Нет, 1 донку на латвичку. И 1 донку на окуня. Что у нас тут дрожит, понятно. Ну да ладно. Забросы не дальние. Течение сильное, очень играет. Груза поставил 4, но я так думаю, чуть-чуть попозже я... Чуть-чуть попозже я усилю их. За лент с собой взял, догрузку сверху еще 3 унции добавлю. Того будет 7. Думаю, не должно сносить. Течение, скорее всего, играет. И рыба. Разнес спиннинги довольно-таки порядочное расстояние. Где-то метров, наверное, 80 друг от друга. Даже, наверное, поболее, метров 100. Опять ловлю на 6 спиннингов. Погрузка снасти самая простая. Груз, скользящий груз. Леска основная 0,5. От нее карабинчик и поводок. Где-то около метра длиной. И леска 0,3. Крючки единичка по европейскому классификации. Вот, пока ждем, решил приготовить себе немножко покушать. Тушенка. Самая обычная еленская, беру дешевое, качественное, относительно более-менее. Мясо хотя бы есть, халву, на второе к чаю. Потом хлеба 2 ролтона. Пока закипает водичка в котелке, закину пару ролтонов, специй не добавляю, потому что самое вредное оказывается в специях. Смотрел недавно программу развивающую, оказывается, самое вредное — это специи. Специи не кидаем туда, добавляем тушенку. Ну, это быстро, быстро, сытно. Ну вот, можно поправиться. Натаскал дров, дрова где-то тоже занял где-то в районе 40 минут запас на ночь. Коврик, на нем сегодня буду ночевать, куртка, теплые вещи, ну и пила. Пила обычная, походная, стоила она рублей 400, покупал давно уже, года 4 назад, периодически беру, пользуюсь. Удобная складная, единственное, при спиливании больших бревен заедает периодически, закусывает, приходится выдергивать ее. А так, в принципе, ничего, деревья с толщиной в руку. Пилит здорово, быстро. Вот. Наготовил запас. Вот вода закипать, сейчас буду закидывать ролтоны и тушенку. Ну, в принципе, так все пока. Больше снимать нечего. Стал я чуть повыше того места, где я до этого ловил. Порекомендовал мне все-таки товарищ перебраться сюда, потому что здесь ловил судака, но небольшого, где-то до 1,5 килограмм. Вот. Я тот раз сидел ниже, как я уже говорил. Надо попробовать повыше. Перешел повыше, будем смотреть, получится, не получится, выйдет, не выйдет. Ну, опять же, практика. Будем узнавать место. Это новое, незнакомое, никогда здесь не ловил. Да, это второй мой выезд сюда. Ловил постоянно выше. По течению где-то 3-3,5 километра, наверное, отсюда. Очень долго дорог сюда занимает. Это в районе 1,5 часов пешком. Плюс еще явилась неприятная неожиданность, что перекопали поле, пришлось идти берегом.
Папашня не стал идти, это вверх-вниз. Те, кто ездил или когда-либо был на Цемлянке, знают, какие здесь берега обрывистые, высокие, довольно-таки тяжело со всем своим скрабом подниматься. Это вверх-вниз, все эти маневры снимают массу усилий. Ну, в принципе, пока больше писать ничего не буду. Сейчас пойду приготовлю поесть, покушаю. И там уже по ситуации. Если будет попадаться, буду я снимать дальше. Если нет, ну тогда утром эпилог сниму. Как что, чего и было. Лучше плохая рыбалка, чем хороший день на работе. Так что так, в принципе, все. Пока все. До утра. Ну или до первой поимки какой-либо хищника, какого-либо хищника. Все, увидимся. Наступило утро, в продолжение сегодняшней рыбалки. Перебрался со своего островка, на котором ловил, чуть выше, вместо впадения Цемлянки. Лаку. Сейчас там надо видно. Чуть-чуть подальше, там как раз протока. Вот. За ночь произошло 4 или 5 поклевок. Одну пытался даже подсечь, но результат на той стороне. Те характерные всплески и так далее и тому подобное. Вот сейчас, дабы скоротать время, решил попробовать подняться повыше. Живец у меня остался, причем очень-очень много. За ночь пытался я менять живца дальше, ближе, на течение и на стоячку. Поймал одного рака, каким-то образом он сел у меня на груз и категорически отказывался слезать с него. Был отцеплен и отправлен в освояси. Вот сейчас поднялся туман. Всё здорово. Довольно-таки холодно. Не то, что холодно, а зябко. Холод своеобразный. Вот. Перешел он такой своего рода маленький островочек. Переобулся в зимние сапоги. Хаски. Рыбалка, рыбалка, здоровье превыше всего. Все равно я сейчас в штанах утеплен. Довольно-таки чувствуется холод. Холодно, зябко. Именно зябко пробирает там здорово. Особенно руки и лицо. Вот он. Качнуло у меня спиннинг мой. Интересуется. Остался у меня живца только один окунь. В принципе, его только поставил, больше ставить нечего. Поставил одного пескарика. Пескарик весь уснул. Вот. Будем пробовать на окна. Ну, это скорее даже не рыбалка, а чисто скоротать время. В запасе у меня еще 3,5 часа. Постоим, посмотрим. Место здесь интересно. Песочек, но очень мелко. Если я там стоял на яме, то, в принципе, я и везде пробовал ставить и на мели, и на ямах, и на входе, и на выходе, и перед порогом. И ставил груза по 450 грамм на течение. Течение там серьезное, сносит все равно. Выматывает леску, груз парусит, вытягивает, вытаскивает вдоль берега. И ничего так я там и не поймал.